Итак, краткий обзор по поводу вулканизатора. Вулканизатор Trommelberg NV002. Не знаю, что сказать. Хорошего не очень много, но нехорошего очень много. У меня станки Trommelberg тоже. Как бы вроде бы фирма нормальная, я доволен. Ну, одним словом, вроде бы хороший. Думаю, куплю вулканизатор Trommelberg. Ну, блин, просто слов нет, не знаю. Я начинающий шиномонтажник, только 1.5 года шинкой занимаюсь. Вот горячая вулканизация, где-то год начал заниматься, изучать это дело. Вот в каком состоянии этот вулканизатор в данный момент. То недавно, но это самое последнее было. Вообще, ну, может кто-то скажет, я рукожоп, думайте, как хотите, не знаю. Зажимаю как положено, плюс-минус, тут как бы нет такого конкретного затяга. Тут все с чувством надо брать. Вот здесь на заводских швах разошелся, там швы... Ну, не знаю, будет время, вставлю фотографии. Там швы такие были, только точки две прихваченные. Здесь и здесь, все. Вот видите, какой должен быть шов? Вот это мне сварщик поставил, что вот так должно быть. А не здесь точка и здесь. Потом, ну, это теперешнее. Поначалу, вот смотрите. Смотрим вот так на сам шток, смотрите. Видите, что? Немножко вот так. Здесь мне теперь удалось его немножко выставить. Он идет вот так, на излом. Он просто наискос у меня уходит. Хотя здесь зажато все ровно. Второй момент. Это скоба. Здесь ее не видно теперь. Она, зараза, здесь имеет выработку такую какую-то непонятную, не заводскую. И она немножко уходит у меня туда. Еще один момент. Здесь все прогнулось. Все прогнулось сюда. Пришлось все усиливать, проваривать. Клиент приехал. Ну, короче, вот здесь... Этот винт, что идет, он только вот здесь вверху приваренный. Сделал, здесь был пустотел. Ну, было раньше здесь заглушка такая декоративная. Значит, я это все пришлось проварить, чтобы у меня тут не изгибалось. Ну, и в итоге он меня добил. Короче, вот сижу сейчас, колесо от квадрика варится. Слышу запах дыма. Прихожу, получается, что внутренний утюжок. Вроде бы как нормально, но в нем датчик стоит. В этом датчика нет. Контролируется с помощью того датчика. Этот утюжок пошел в разнос. Температура выставлена сейчас. Вот. Температура выставлена. Вот, видите. Давай, фокусируйся. Вот, 145 градусов. Там почти 150 на втором датчике, контрольном датчике. А он, зараза, идет разнос. Вот мне спалил утюжок, эту, как его, мешочек. Вот с этой стороны. Вот с этой. Спортил мне мешочек. И вот я теперь возле него сижу и тупо так. Один утюжок отключаю, потом включаю. Что там как на глаз? Капец, я в шоке, честно. Не знаю больше, что сказать. Хорошего. Понравился мне этим, что здесь вот эта башка поворачивается, здесь откручивается. Больше не знаю чего. Ну, короче, не знаю. Лучше купить самый дешевый какой-то есть. Я его, в принципе, купил бэушным. Ну, в хорошем состоянии. Ну, это он у меня теперь такой покоцанный. Я купил, мужик попробовал, у него не получилось, отдал. Короче, решайте сами, что покупать, какие фирмы и тому подобное. Не знаю. Но Trommelberg точно я больше не куплю, я сообразный вулканизатор. Всем удачи. Спрашивайте, если что, отвечу.